А пока к другим темам дня. ЧП на воде произошло в Иркутске. На Ангаре в районе бульвара Постышева столкнулись две лодки – моторная и резиновая с мотором. В них находились 16 человек, погиб один пассажир – пенсионер из Иркутска. Причины его смерти установит экспертиза. Остальные пассажиры и судоводители не пострадали. Плавсредства получили незначительные повреждения. По предварительным данным, владельцы лодок нарушили правила эксплуатации водного транспорта. А вот причиной другого происшествия, авиационного, скорее всего, стало падение оборотов двигателя. Об этом сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте. Напомним, частный вертолет из Иркутска совершил жесткую посадку в Бурятии. На борту находились 3 человека. Никто не пострадал. Расследование инцидента продолжается. Продолжается.